You like to act as if you care about nothing. And if you carry on like that, then you're going to drown in the abyss you have imagined for yourself. Привет-привет! Сегодня понедельник, время практически 4:30 вечера. Я пришла где-то час назад из школы. Сегодня у меня был не очень загруженный день, всего 6 уроков, поэтому у меня много планов сегодня на вечер. Нужно будет подготовиться к контрольным, потому что сейчас конец четверти, и они происходят практически каждый день. Потом у меня есть огромное количество задач по работе, конечно же, все совпало в один день. И также у меня будет занятие с репетитором. Всегда сначала, перед тем, как приступить к каким-то делам, я записываю их, чтобы точно ничего не забыть. Поэтому пойдемте, спланируем сегодняшний вечер. Закончила планировать список дел на сегодняшний вечер. Я немножко ужаснулась. Их огромное количество. Вот поэтому нельзя терять вообще ни минуты. Мне пришла моя одежда. Неделю назад я себе заказывала новый комплект спортивной одежды, потому что у меня ее очень мало. Заказывала я в Lavarese. Это моя первая покупка в этом магазине. И я очень рада. А я предлагаю сейчас посмотреть открыточки. Обожаю, когда к заказам кладут вот такое вот. Очень классно. Та-дам. Я на самом деле долго мучилась с цветом. А какой мне заказать? В общем, я решила взять по классике. Это черный топ вот такой вот. И черные леггинсы. Я сдаю КП по математике, и в некоторых заданиях испытываю небольшие трудности. Я решила позаниматься с репетитором. Сейчас время уже 6:45, и у нас занятие начинается буквально через 15 минут. Поэтому я уже пойду готовиться. Кстати, ребят, чуть не забыла рассказать. Занимаюсь я на платформе TatGood, и мне действительно очень нравится. Преподаватели помогают разобраться с уроками, понятно объясняют темы и даже готовят к экзаменам. На платформе есть репетиторы по всем школьным предметам, а также иностранным языкам.
Заниматься удобно, потому что вы сами выбираете день и время занятия. А если вам нужно будет срочно созвониться и разобрать какую-то тему, вы просто записываетесь, и репетитор подключается к вам через 10 минут. При этом вам не нужно никуда ездить, занятия проходят через ноутбук, планшет или даже телефон. По ссылке в описании вы можете записаться на бесплатный пробный урок, а если оформите подписку, то в подарок получите от 2 до 7 занятий. Искренне рекомендую вам этот сервис, ссылка в описании. В общем, у меня только что закончилось занятие с репетитором, и я подумала, что хочу чего-нибудь вкусненького, поэтому почему бы не пойти и не испечь круассан с шоколадом? Мне кажется, это прекрасная идея, чтобы скрасить этот вечер. Сегодня на мне мой обычный дневной макияж. Правда, у него уже практически ничего не осталось, потому что конец дня. И первое, что я делаю, это мицеллярной водой смываю косметику. У меня это Гарниер. После того, как кожа очищена от верхнего слоя макияжа, я использую умывалку. До недавнего времени я пользовалась умывалкой от CeraVe. Она меня более чем устраивала, но сейчас я ее не могу найти в магазинах, поэтому я решила для себя пробовать новую. Она от Bioderma. Также для сухой кожи, какие у меня была от CeraVe. После умывалки я обычно пользуюсь вот таким вот тонером.